Всем привет! Сегодня будет такое видео немножечко пикантное, скажем так, на тему секс-индустрии в Таиланде. Я буду больше всего говорить про Бангкок, потому что в свое время, когда готовилась к первой поездке в Бангкок, то читала очень много информации про этот город, потому что мы ехали только конкретно в Бангкок, ни на Ке, ни на острова, ни куда-то еще. Вот. И поэтому информация была просто вот так вот, в том числе и про секс, всякие злачные места и тому подобное. В общем, наверное, каждому известно, даже, может быть, и школьнику, что означает, вообще, что подразумевает под собой тайский массаж. И, скорее всего, именно секс-услугу вы получите, а не массаж, если вы не предупредите на ресепшене девушек, что вам нужен традиционный тайский массаж, потому как другие виды уже автоматически воспринимаются как просьба к той самой услуге. В общем, если поедете не за веселостью и праздностью, скажем так, ниже пояса, то говорите сразу, что вам нужен именно конкретно традиционный массаж. Также в Таиланде очень много баров с девочками. Тайки, значит, там пляшут и в бикини, и полуголые, и всякие разные, и много фотографий вообще в сети можно найти по этому поводу. Вот, значит, допустим, по Бангкоку самое известное такое место злачное, у них считается такой комплекс, как Нана Плаза она называется, и вообще все такие вот заведения подобного рода, они сосредоточены на улице Сукумбит. Так вот, вокруг Наноплазы еще располагается несколько десятков различных баров, в которых, в общем-то, вы можете прийти выпить там какие-то коктейли и забрать с собой девочку. Также есть и заведения для девочек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Огромное просто количество напичкано баров, дискотек и всего остального тайских массажей просто буквально на каждом шагу. И, не знаю, мне кажется, что обойти, пусть даже и те самые несколько десятков, которые сосредоточены в одном месте, мне кажется, не представляется возможным. Ну, собственно, и надо ли, я не знаю. Ну, кто едет за этим, конечно, тому надо. Ну, я так думаю, что все равно не обойдете, все равно не посетите все. Работает очень много трансвеститов. Как это известно, ой, это вообще, конечно, история ржачная, когда взял девочку, пришел, а там мальчик. Вот. Но трансвеститы работают и не только в секс-индустрии, конечно же. Они работают повсюду, можно так сказать. Если видели предыдущее видео, одно из предыдущих видео, как мы ехали из Бангкока в Хуахин, точнее об отеле Нараван, там в самом начале я немножко снимала дорогу, и на посту деньги принимала нашего водителя как раз таки трансвестит. Можете посмотреть, вроде как прическа и макияж сделан как у девочки, но на самом деле, конечно же, видно, что он мальчик. Вот. И таких людей здесь очень много вообще повсеместно по улицам. В Бангкоке вообще напичкано, ну так как это еще и огромный мегаполис, большой город, то естественно, конечно же, их там еще и больше. Также вот сейчас мы находимся в Хуакине, и здесь тоже очень много работников, трансвеститов. Это у них нормально, норма жизни. Знаете, в книжном магазине можете встретить, везде абсолютно. Официантка, официант, как бы, будет тоже, возможно, трансвестит и так далее. Ну, то есть, у них тут эта норма и порядок, и все такое остальное. Везде в магазинах, на распродажах и тому подобное. Вот. Есть те, которые, ну, в глаза, конечно же, бросается их внешность, видно, что это накрашенный мужчина, скажем так, с макияжем, а есть те, которые еще эффекты отличишь. Ну, сказать из собственного личного опыта, то я в таких, конечно же, местах не бывала, ну, не конечно же, а просто не бывала. Вообще, я бы, конечно, полюбопытствовала, заглянула бы в такие заведения, ну, в принципе,
нет и не надо. Но в ноябре, когда мы были здесь, то ходили в одно заведение, причем спросили у персонала, который работал в нашем отеле, куда можно сходить, где тут заведение было, потому что вот хотелось нам что-нибудь там алкогольного выпить, там каких-нибудь коктейлей, что-нибудь такое, ну и с музончиком, в общем, посидеть. И нам посоветовали, значит, один дискач. Мы туда поехали на такси, я не знаю, где он вообще находится. Где-то у меня, кстати, даже визитка валяется. Если найду, может быть, подпишу под видео, кому интересно будет. Возможно, туда отправиться. Как бы место заведения, ну, достаточно просто, оно выглядит как обычная дискотека, да. Но наверху, в таких, как бы, на платформочках, да, танцуют девушки. В лифчике, в коротеньких шортиках и тому подобное. И дальше расположено вокруг всего этого дела, значит, танцпол и чуть подальше столики. То есть такого плана. И мы приехали туда в самом начале, как бы практически, когда оно открылось, как-то так получилось. Вход вообще там смешной какой-то, 100 или 150 бат, ну то есть это вообще, знаете. Вот. И гремела все равно, конечно же, уже музыка, люди постепенно начали собираться. И, в общем, по мере того, как наполнялся зал, я, конечно, вообще обожаю еще смотреть вообще за людьми, наблюдать в путешествиях, я уже говорила где-то, вот. Ну и тут, конечно же, не исключение. Так вот, очень много было девушек, таек, очень красивых, в сопровождении с мужчинами-европейцами. Причем конкретно в том заведении, но так как это дискотека, то были достаточно молодые люди. Там, скажем, 30-35 лет, были даже моложе, по-моему. Вот. И просто я вот, допустим, не могу забыть, там вот одна девушка была, вот она, знаете, вот вообще на нее, я на нее насмотреться просто не могла, такая красотка. Вот вся такая вот тонкая, вот вся такая вот она идеальная, и волосы у нее идеально волос к волосу лежат. И вот нигде, вот знаете, никакая там вот эта вот пружина, антенна, нигде у нее из волос, значит, вот не поднимается. То есть, знаете, просто гладкие волосы длинные, идеальный этот пробор у нее посередине был. Сама у нее вот внешность такая вот утонченная, я имею в виду лицо, очень красивая. Сама вот, она не худенькая, не стройненькая, как-то вот, знаете, вот она тонкая, вот больше всего слова вот такое вот подойдет, какая-то вся изящная. И вот она вот идеально сидела, и бокал она идеально держала, понимаете? И ножка на ножку у нее идеально лежали. И она вот, и туфелькой она идеально покачивала. В общем, там просто такая красавица, что, ну, это вообще невозможно, конечно же. Не смотреть на нее было. И рядом с ней, конечно, там вообще просто круги выплясывал вокруг нее этот чувак, который, значит, ее сопровождал, я не знаю, просто это было на время на какое-то там у них тусовка, или, может быть, они встретились там, может быть, там еще что-то, 5-10, в общем, я не знаю. Ну, то есть, конечно, достаточно забавно это было смотреть. Следующая парочка была тоже молодая девушка и достаточно очень красивая, но она уже попроще относилась к жизни, такая, короче, знаете, свой чувак в доску, рубаха парень. При этом все равно она красиво как бы выглядела, очень красиво одета и тому подобное. То есть не так, что там я пошла, купила майку с шортами за 100 бат, и вот давайте, я ж тут тайка красивая, поэтому давайте меня любите. Нет, нормально как бы, ну как нормально. В общем, одета была прилично, скажем так, или как, я не знаю, какое лучше слово подобрать. Ну, то есть, да, понаблюдала я. И, конечно же, тоже уже говорила про то, что очень много сейчас европейских мужчин предпочитают азиатских женщин себе. То ли потому, что их привлекает какая-то вот эта вот восточная красота, то ли потому, что они характером более покладисты, чем европейские женщины, чем американки, австралийки, да, там, допустим, вот если сравнивать, более такие женственные, покладистые и тому подобное. Ну, я бы не сказала, что прям все такие вот они вот, все вот лапушки. Все равно видно со стороны, кто как кем рулит и так далее. Поэтому, кстати говоря, еще не все. Очень много развлечений вы можете еще найти в Паттайе. Паттайя находится недалеко, в принципе, сравнительно от Бангкока. И там уж этих злачных мест я читала, что просто еще больше. Вагоны, маленькая тележка, и там чуть ли не сосредоточено. И там также есть всякие, конечно же, эротические шоу и тому подобное. Я, в принципе, для интереса, конечно, хотела его посмотреть. Там рассказывают, конечно, смешные всякие штуки. Я бы, наверное, там оборжалась бы, если честно.
Вот. Ну, в общем, пока что вот не получается. Тут как бы конкретно вот в Хуахине такого нет. Ну, ничего. Я так думаю, что не сильно-то я уж многое теряю, но тем не менее. Вот, поэтому сейчас буду заканчивать на этой такой ноте видео. Спасибо за внимание и всем чао, пока.